И теперь то, что еще недавно мы воспринимали как нечто невозможное в здоровом обществе, стало нашей реальностью, а смех над людьми, которые предупреждали о надвигающемся, сменился на постыдно-раздражительное молчание, вызванное репликами еще недавно сумасшедших. А мы вам говорили, к чему это все приведет. И, конечно, кто-то парирует, мол, ну не нагоняй жути, мы вон как смеялись над этими притрушенными. Ну помните, в 2007 году 10 академиков РАН письмо там что-то написали президенту, остерегали нас от клерикализации общества. И чё? Чё-то произошло? Yeah.